Ну и, соответственно, мы получаем два вот эти варианта, либо ФМ упорядочение, либо АФМ. Вот я написал ФМ, а ФМ сокращение какое-то. ФМ. Что-то врать его, да, такое ФМ. Да. Вот. Ну и по-русски есть сокращение ФМ, АФМ. Это вот два самых простых типа упорядочений, которые вам, я думаю, с детства как бы знакомы, ну, в первую очередь ферромагнитное упорядочение. Но на самом деле, вот это взаимодействие обменное, газенберговское, прямо говорят, газенберговский гамильтониан, или газенберговский спин-гамильтониан. Вот термин спин-гамильтониан очень популярный термин в задачах со спинами. Ну что далее? Я в прошлый раз тоже об этом говорил. Понятно, что в решетке, то есть уже в кристалле, скажем, да, может речь идти о взаимодействии ближайших соседей. Когда мы говорим об обменном интеграле для ближайших соседей, ну, скажем, его там можно обозначить EMN, для вторых соседей, там, третьих соседей, то есть следующих за ближайшими, там, и так далее, и так далее. Учитываете вы взаимодействие соседей далеких или не учитывали, ну, конечно, это может сказываться и иногда заметно сказывается на формировании той или иной магнитной структуры. Раз. Второе. Значит, обменный интеграл для, скажем, первых и вторых соседей может, например, отличаться знаком вообще. В этом случае возникает ситуация, которую магнитчики назвали фрустрацией. Вот фрустрация. И на самом деле сегодня есть целый раздел в магнетизме, это фрустрированные магнетики. Это магнетики, в которых на самом деле обменное взаимодействие, скажем, первых и вторых соседей конкурируют. Так? Либо конкуренция обменных взаимодействий связана с особой диаметрией обменных взаимодействий. Ну, о фрустрированных магнетиках мы сегодня чуть-чуть ниже еще раз поговорим, когда будем говорить о магнитных структурах. Далее, если говорить о обменных гамильтонианах, то, конечно, наряду с газенберговским есть негазенберговские обменные гамильтонианы или просто негазенберговские спин-гамильтонианы. Какие? Ну, то есть, скажем, гамильтониан биквадратичного обмена, BQ. Вот такой J, буква, кстати, J используется в стандартах, S1, S2 в квадрате, S1, S2 в квадрате. Ну, на самом деле, тоже надо крышку ставить. Биквадратичный обмен. И вот этот J, ну, обычно J меньше I, и обычно вот это отношение J к I, ну, составляет обычно, ну, модуль, конечно, возьмем, обычно величина порядка 10^2. То есть биквадратичный обмен обычно меньше. Но каждый раз, конечно, нужно помнить, что вот такого типа всякие соотношения, оценки и так далее. Это вещь весьма, так сказать, такая, ну, скажем, такая, сомнительно не назовешь, немножко произвольная, конечно. То есть это типичные соотношения. Но реальная ситуация может выглядеть так. Например, для какой-то пары ионов обменный интеграл газенберговский и в ноль может, ну или близким к нулю может стать, да? А биквадратичный обмен, скажем, маленький будет, но, тем не менее, отношение его к нулю будет очень большим. И в этом случае, конечно, этот биквадратичный обмен начнет по ходу дела. А у него, видите как, вот это тоже надо уметь, глядя на то или иное спинновое взаимодействие, то или иное гамильтониан, понять, от чего он приводит. Ну, вот здесь все понятно, да? И положительно, антиферромагнитная связь спинов S1 и S2, отрицательно, ферромагнитная связь. Ну а здесь как? Здесь видите, при йод положительном, да, при йод положительном, минимум энергии будет, как ни странно, в случае, если S1 и S2 перпендикулярны друг другу, если йод положительный, перпендикулярны друг другу. А если йод отрицательно, то они должны быть коллинеарны. Ну то есть либо ферра, либо антиферра. Здесь при отрицательном знаке J йод у вас, вообще говоря, нет такой дискриминации ферро- или антиферромагнитного состояния. И понятно, что сочетание газенберговского билинейного обмена, видите, это билинейный обмен, а это биквадратичный
шинку. S1 в квадрате, S2 квадратичная формула. Их сочетание, особенно когда это соотношение порядка единицы будет, даже не порядка единицы, а, скажем, порядка 1/10, их сочетание может приводить всяким очень интересным эффектам, к интересным магнитным структурам. Вот я еще раз хотел обратить внимание на соотношение величин. Надо каждый раз еще смотреть на величину спина. Видите как? Вот S1, S2, ну понятно, что если S1 и S2 по 1/2, или, например, 5/2, ну, это же большая разница. Даже чисто классически, если они по 1/2, то это 1/4, ну, максимум, да, 1/4. Ну, а если это по 5/2, это все-таки 25/4, это шестерка. Ну, шестерки 1/4 отличается, слава богу. Вот. То есть это означает, что при одном и том же обменном интеграле, но при разной величине спина, конечно, роль этого обменного взаимодействия будет существенно разная. И эффекты, которые он будет приводить, могут быть коричневыми вещами, существенно различными. Но какие, о каких эффектах речь идет? Ну, конечно, эффект магнитного привлечения. Ну, ниже об этом еще поговорим. И вот так вот пример биквадратичного обмена. Но, кстати, надо обратить внимание, что в том и другом случае мы имеем дело с изотропным взаимодействием. Ну, скалярное произведение такое. Изотропное взаимодействие. Это изотропное, спиновое, билинейное и биквадратичное взаимодействие. Идем дальше. Ну, пример анизотропного взаимодействия одноионного мы в прошлый раз уже рассматривали. Одноионная анизотропия. Ну, она может быть второго, либо четвертого, либо шестого порядка, в зависимости от того, какая степень спина там рассматривается. Ну, мы с вами говорили, z в квадрате слагаем. Ну, это фактически энтропия второго порядка. Возьмите z четвертый, будет энтропия четвертого, z шестой, будет энтропия шестого порядка. И так далее. Я возвращаться к этой одноионной энтропии не буду. А вот среди двухионных слагаемых, ну вот, кроме этих изотропных, есть, конечно, важные анизотропные. Это, прежде всего, изингерское взаимодействие. Я обменный, ну, букву оставлю ту же самую. Ну, буквы для обменного интеграла используются, ну вот видите, либо I, либо E, вот, ну то есть J. Либо I и J, либо ничего. I и J. Вот стандартная форма. Это может быть вместо вот J, вместо I, вернее, в обменном гайзенбергерском взаимодействии может стоять большое J, пишут. Маленькое не пишут. Маленькое относится вот G только к биквадратичному обмену. Это тоже очень важно, это вот так сказать, язык этой науки. Вот. Ну а дальше, скажем, для пары опять же, S1Z, S2Z. Это вот изинговское взаимодействие. Изинговский гамильтониан. Изинг. Это немецкий физик. Я, по-моему, историю-то рассказывал с Изингом. Ему руководитель дал, ну, на диплом тему такую вот, решеточка, квадратная решеточка и стрелочки, связанные взаимодействием такого вида, стрелки, связанные взаимодействием такого вида. Ну и надо было понять, существует ли в этой решетке предочинение. Ну вот Изинг, который работал, что сделал дипломную, более того, опубликовал уже в 24-м году, когда работа вышла. И на многие годы о ней никто и не вспоминал. А потом кто-то, видимо, случайно, лет через 20 примерно, вот, вспомнили об этой работе. Сам Изинг-то забыл уже про нее, ну, дипломную работу. Он, по-моему, работал, по учителям вот работал. Потом, когда в Германии начались гонения на евреев, он в Штаты перебрался. Потом вернулся после уже войны в Германию снова. Вот. И вдруг где-то случайно ему, ну где-то, я не знаю, приятель сказал, еще кто-то где-то, или он где-то прочитал. Вот Изинг, такое слово, все время упоминает его фамилию. Но он начал интересоваться, кто такой. Оказалось, что это он сам есть. Это очень интересная очень история. Вот. Дело в том, что, кстати, читается фамилия, ну, как у немцев, Изинг. Не Азинг, вот. Там Азинг, а Изинг. Значит,
Дело в том, что где-то вот в 40-х годах к этой задаче по системе спинов, связанных изингерским взаимодействием, вообще говоря, вот многие теоретики прибежали к этой задаче. И фактически эта задача для решетки квадратной была точно решена на самом деле в 40-х годах. Вот, и тогда имя Изинга появилось, как раз, потому что говорит все-таки, хотя не квантовым образом, а классически была задача рассмотрена Изинга. Кстати, вот здесь, да и выше, стоит все-таки сказать пару, может быть, надо и не пару, а больше говорить слов о классическом и квантовом варианте. Классический и квантовый вариант. Ну вот, квантовый вариант, видите, как только крышки нарисовали, все, будьте любезны, будьте добры, значит, рассматривать эти спины как операторы фактически. Так, то есть это некий оператор. Ну, если вы крышки выбираете, ну а при записи иногда крышки просто выбирают для сокращения, да, тогда надо каждый раз внимательно всматриваться, что человек там, скажем, что в статье автора, что классический рассматривает, изинг, скажем, да, или квантовый. Что значит классический изинг? Ну, классический изинг — очень простая ситуация. Вот у вас стрелка, которая может быть ориентирована только вверх, ну, по оси Z, и либо вниз. То есть Z может принимать два значения всего, скажем. Плюс 1/2, минус 1/2. Ну, как при спине, 1/2. Ну, можно вообще про спинку не говорить, а говорить просто про стрелку, ну, для определенности взять ее длину единичкой вообще. Тогда это Z будет принимать значение плюс-минус единичка. Ну, кстати, очень часто в изингерском гамильтоняне вот здесь пишут вместо S сигма. Это будет просто матрица Паули, сигма Z, если при квантовом взгляде на гамильтонян. А при классическом это сигма Z будет то, что называют дихотомической переменной. Дихотомическая переменная переменная, например, два значения. Вот. Поэтому очень часто этот гамильтонян выглядит вот так вот, в классическом варианте. И сигма 1. Иногда даже Z не пишут, так? Вот. На сигма 2 Z. Сигма 2 Z. И вот это вот сигма Z принимает два значения, плюс-минус единица. То есть вот писать себе такую систему. И между прочим, вот эта вот задача, классическая задача, она очень широко используется, ну, от информатики там, до транспорта. Народного транспорта, так? Финансы, там, банковское дело и так далее, и так далее. То есть это просто речь идет о системе каких-то объектов, каждый из которых может находиться в двух состояниях. Вот. Ну, я думаю, что вы догадываетесь, насколько широко вот такое представление может быть распространено. Хотя в основе лежало представление о стрелках таких вот магнитных. Ну, ясно, что если вы рассматриваете квантовый вариант, то есть здесь это операторы, так? И поэтому, в принципе, надо иметь в виду, что у этого спина, скажем, пусть это будет 1/2 даже, да? Но этот спин может вообще вот так вот лежать, не только так, а еще и вот так вот, да? Но тем не менее, видите, форма взаимодействия именно вот такая, анизотропная, с выделенной осью Z. Кстати, обратите внимание, что на самом деле, видите, это часть как бы гамильтониана Гайзенберга, часть, но этот изотропная, а та анизотропная часть. Ну, ясно, что есть варианты обобщения некого, то есть некий средний вариант между Гайзенбергом и Изингом. Это так называемая, например, XY модель. Вот эти вот, то, о чем я сейчас рассказываю, это на самом деле язык не магнетизма даже, это язык современной теоретической физики. Потому что все вот эти гамильтонианы, они широко используются за пределами магнетизма. Итак, XY-модель. Опять же, я рассматриваю как бы не решетка, а все иллюстрирую на примере пары всего. Значит, это вот такого типа гамильтониан. Представьте себе И, С1Х, С2Х, плюс С1Y, С2Y. Ну, аналог, да, вот такой. Только здесь вот Z выделен, ну, а здесь как бы плоскость XY выделена. Причем в плоскости у вас никакой энтропии нет. Видите, в плоскости энтропии нет. Но для того, чтобы вывести эти спины из плоскости, ясно, что нужна будет энергия плюс или минус Q. Вот это вот, пишут в этом случае так вот, XY модель. То есть у вас как бы спины
Более того, если вы возьмете и ограничите, ну, такое, иногда говорят, кинематическое ограничение введете. Представьте себе, что ваши спины только в плоскости X, может, могут поворачиваться, да, только в плоскости X. Вот. И другой вариант, они могут выходить из плоскости X, то есть у них и Z-компонента может появляться. Но в самом деле, конечно, немножко опасные вещи. Почему? Потому что в одном случае у вас просто появляется дополнительная степень свободы, а в том случае ее нет, так же, как в случае вот, сизинга. Вы можете считать, что ваши спины, ну, скажем, классически, только по оси Z направлены. Все. То есть запретите им, вообще говоря, отклоняться от оси Z. Либо так, либо так. Ну, либо этого запрета не будет. Формально, на самом деле, очень часто форма оператора одна и та же. Но каждый раз нужно помнить, вот, как автор рассматривает задачу конкретно. Учитывает он эту степень свободы, но дополнительную или нет. Ну и, наконец, может быть, так называемая, ну, это разное. Есть XYZ-модель, XYZ-модель. Ну, представьте себе, тогда у вас перед этим произведением эти и Z, и Z разные будут. Три обменных интеграла. Ну, их обычно пишут там и 1, скажем, S1X, S2X, плюс и 2 Y-овые компоненты, плюс и 3 Z-овые компоненты. X, Y, Z модели. Тоже это изотропная модель, но у вас здесь появляется анистропия по всем направлениям, то есть не только вдоль оси Z, но и в плоскости X. Анистропия появляется за счет разницы вот этих обменных интегралов. Ну понятно, что это самая общая, вообще говоря, будет модель, X, Y, Z модель. А все остальное это частный случай. Гайзенберг мы получим, когда E1, E2, E3 будут одинаковые. Изин получим, когда E2, E3 будут равны нулю. Вот, ну и так далее. Вот спиновые гамильтонианы, пары такие. Ну понятно, что в прошлый раз я об этом тоже упоминал, что на самом деле вы можете включить еще не обязательно пары гамильтонианы, вы можете включить тройной такой спин гамильтониан, не билинейный, а трилинейный. Вот. То есть типа S1 на S2, скажем так. Нет, трилинейный сложно очень сделать. Я имею в виду типа S1 на S2, когда дальше S2 на S3, скажем так. Вы видите, он по двум спинам будет линейный, а по третьему билинейный будет. По второму, точнее, спину билинейный. То есть это более сложное, непарное как бы взаимодействие. Ну вот теоретики, фантазеры большие, иногда они привлекают такого типа взаимодействия, не только взаимодействие трех спинов, но и четырех спинов еще. Далее, ну, надо сказать, что вот все взаимодействия, начиная с изинга, XY-модель, XYZ-модель, это на самом деле анизотропные взаимодействия. Да? Это парные анизотропные или двухионные, говорят, анизотропные взаимодействия. Ну, их иногда можно назвать просто анизотропией. Ну, добавляет там еще слово обменная анизотропия. Либо анизотропный обмен. Вот. Эти два термина используют примерно одинаково. Говорят, либо обменная анизотропия, либо анизотропный обмен. В том и другом случае имеют в виду то, что еще иногда называют двухионной анизотропией. В отличие от одноионной анизотропии, single-ion анизотропия, вот single-ion, мы в прошлый раз о ней говорили. Вот здесь, вот видите, отсюда пошло, это двухионная, two-ion анизотропия. Но это не означает, что вы читаете статью какую-то, которая рассматривает свой такой типа гамильтониана, и там автор может и не упоминать это слово двухъемную анизотропию. А знаете, с чем связано? Я уже говорил, что эти гамильтонианы широко используются за пределами магнетизма. И человек, который работает с этими гамильтонианами, вообще магнетизма может не знать вообще, и отношения к нему не имеет. Вот. И об этих терминах, тем более об обозначениях, он знать может не знать совершенно. Это надо представлять себе, иметь в виду. Дело в том, что эти обозначения, эта символика, она идет на самом деле, конечно, из теории магнетизма все-таки. Так? Вот. Так же, например, как я в прошлый раз говорил, понятие связано с анистропией. Одноосная анистропия, вот. Легкая ось понятие, дальше плоскостная анистропия, понятие легкая плоскость. Это, конечно, чисто магнитные такие представления. Вы знаете, что характерно? Вот
Представьте себе, что вы как бы не магнитчик совсем, а вот этими вещами занимаетесь, так? Очень часто вам придется изобретать велосипед. Почему? А дело в том, что с этими гамильтонианами впервые, конечно, магнитчики столкнулись. Ну, теоретики, конечно. Вот. Ну и надо сказать, что они, в общем-то, время зря не теряли, много наработали. Вот. И очень много, на самом-то деле, вот о такого типа гамильтонианах, микроскопики их, да, то есть природе вот этих всех констант, о том, как их искать, как их оценивать и так далее. В общем, на самом деле сделано уже так. Вот. Более того, много сделано в плане уже описания систем, которые описываются, которые вот описываются такими гамильтонианами. Описание их свойств, то есть термодинамики их. То есть это вот фазовые переходы магнитные, магнитную структуру и так далее. Только это полезно знать на самом-то деле. Вот. И если вы это будете знать, то вы можете просто брать иногда уже готовые результаты из теории магнетизма, перетаскивают в ту область, которой вы занимаетесь. Например, вы занимаетесь, ну, чем, например, вы занимаетесь нейронными сетями, предположим, да, или там финансами, где вы используете гамильтонианы, типа Ризинга, например, там. Вы почитаете магнетизм, там много чего есть, там, масса точных результатов. И другое дело, что всегда специфика задачи, скажем, не магнитные, она, конечно, будет содержать какие-то моменты, которые иногда принципиально отличают ее от магнитной. Ну, я пример вам приведу. Скажем, в теории нейронных сетей вот эти вот обменные интегралы, ну, для магнитчика, когда он говорит об обменном интеграле, вот мы с вами выше об этом говорили, он обычно предполагает, что обменный интеграл, он для ближайших соседей, самый большой для следующих, там поменьше, ну и так далее, спадает. В теории нейронных сетей вообще предполагается, что вот эти вот обменные интегралы, если не наоборот себя ведут, вот, то могут быть вообще одинаковыми для любых пар. Вы можете себе представить ситуацию, да? Видимо, поведение такой системы, конечно, будет очень сильно отличаться от поведения аналоговой, ну, в смысле аналога магнитного. Одно дело, когда у вас этим взаимодействием связаны только ближайшие соседи, а другое дело, когда связаны все соседи, скажем, примерно одинаковым взаимодействием. Вот. Ну, кстати, при этом всегда возникают вопросы, они в магнетизме тоже возникают. А может быть, у вас этот обменный интеграл-то на самом-то деле не так быстро падает в состояние. Да, есть магнетики, для которых эти обменные интегралы медленно спадают в состояние. Иногда осциллирующе, так? Вот. Это что означает? Это означает, что для некоторых пар у нас, скажем, ферро взаимодействие, для некоторых антиферро, в таких магнетиках часто реализуются сложные структуры, которые являются результатом конкуренции ферро- и антиферромагнитной связи. Вот те самые фрустрированные магнетики, они как-то вспомнили. Ну, например, спиральные структуры, там, геликоидальные структуры. Они, как правило, являются следствием как раз конкуренции ферро- и антиферромагнитной взаимодействия. Ну и, наконец, если продолжать дальше вот, анализ гамильтониана, конечно, надо остановиться на одном знаменитом гамильтониане, который уже более 50 лет, вообще говоря, для многих теоретиков является какой-то такой священной коровой. Это гамильтониан антисемит, ну, если говорить в терминах магнитчика, надо два названия того гамильтониана сказать. Это гамильтониан антисимметричного обмена или гамильтониан Золошинского моря. Это вот какой гамильтониан. Вот я его назову Золошинского моря. Ну, Золошинский — это наш. Он сейчас, правда, в Штатах уже давно лет. Да, больше десятка уже работает. Ну, он достаточно пожилой уже. И море Золошинский. Игорь Иехиельевич Золошинский. Я почему-то говорю, что он у меня был оппонентом на докторской защите Золошинский, но это море. Ну, море я напишу по-английски. Море. Тору Мария, Те море. Тору. Вот насчет моря я не могу сказать. То есть, по крайней мере, оно очень старое уже. Вот. Вот знаменитая работа Мория,
которая вышла после работы Залошинского. Это работа 61-го года. Можете представить, 50, больше 50 лет назад. То есть, по крайней мере, около 80, это точно более. Но, тем не менее, я еще недавно, несколько лет назад, видел работы, опубликованные «Море» там, с молодыми, с авторами. Видите, вот это иногда как-то вот становится интересно, ты вот встречаешь работы разных авторов, ну, ты начинаешь отличать одного от другого, вот это вот какой-то, ой, такие работы, он такой известный, в общем, ну, а какие-то работы, то первый раз видишь авторов каких-то, причем иногда смотришь, там первый автор стоит, вообще, ну, я вообще первый раз такую фамилию слышу, вижу, ну, потом оказывается, что это просто аспирант, ну, совсем молодой парень, вот, и на Западе обычно, когда молодой парень, я говорю, парень, ну, это может быть и девушка, но чаще парень, конечно, когда он выходит на защиту, да, то обычно группа, в которой он работает, публикует статью и его ставят первым. Хотя его там роль может быть самый такой последний. Да? Вот. То есть у них там хорошим тоном считается при защите иметь хотя бы одну работу, где ты первый автор. Ну, это как бы формально означает, что ты ее как бы ты сочинил. Ну а вообще говоря, в работах, видите, как в работах обычно главным является либо первый, либо последний автор. Либо первый, либо последний. Ну, чаще всего. Я по своему опыту говорю, что у меня была масса работ, где я был по алфавиту. То есть там вот я в середине списка там терялся. Вот. То есть есть такой принцип по алфавиту. Раньше в Советском Союзе он довольно популярный был такой. Вот. А сейчас как бы на это вообще-то не смотрят. И обычно тот, кто пишет статью, он первый автор. Если при этом не срабатывает принцип, вот о котором я только что говорил. Вдруг среди соавторов есть человек, которому нужно защищаться. Кандидатскую, ну у них там докторская, да, называется, PhD. Ну, у нас докторская может быть, да. Ну, тогда, конечно, вот этот автор может быть первым. А ты тогда, который, в общем, все придумал, все написал, ты будешь там вторым, третьим. Вот. И последний автор еще тоже, ну, например, директора институтов, так, которые вообще никакого отношения к работе не имеют, ну, какой, как что значит, не имеют. Вот я сталкивался в Германии, мы пишем статью, значит, ну там толпа соавторов, экспериментаторов, вот два теоретика, мы там с немцем собираем. Вот директор нас собирает, директор, бюджет там такой есть в Дрездене. Вот. Он как бы всю работу курирует, он спрашивает, а ну там Петров, ну там свой там Петров, Клингелем, ты там что сделал? Вот. Дальше, Штефан, ты что сделал? Вот и так далее. Владик, там есть такой Владик. Ну, которому уже 6-10, но его зовут все равно Владик. Я тоже когда говорил, Владик, слушай, как я тебе буду Владик? Вот. Но он говорит, ну зови, все зовут уже первым, уже зови, так что Владик. А, ну я Саша, там всегда там Саша, вот, везде называть Саша. Вот. И там с именами еще иногда проблемы, потому что люди, которые у нас привыкли, ну, привыкли называть там Петр Иванович. Им же сложно очень Петя сказать. Вот. И я с этим часто сталкиваюсь, потому что у меня среди соавторов иногда попадаются разные люди, очень молодые иногда, так. И, вот. И я вижу, например, по мейлам, как им тяжело ко мне обращаться так же, как там обращаемся друг к другу в Европе. То есть очень часто они вынуждены вообще становиться на момент такими, ну, немножко нарушать принципы, правила хорошего тона. То есть либо вообще никак не пишут, что знаешь, что так меня никто не называет, Александр Сергеевич, там, да? Вот, это какой-то тоже был тон. А сказать Саше тоже нехорошо. И вот там типа добрый день. Вот это вот этот вопрос. Да. Не, просто обращение такое, а можно вопрос? Нет. А, и такой вариант тоже есть. Вот у меня, а у меня вопрос вот там появился. То есть, впечатление такое, что как бы вот
ты просто вот разговаривал, где-то в прошлом, в ближайшем, да, оп, и продолжаешь просто. Там можно поставить там три точки перед этим и смотреть, как бы начать. Я понимаю ситуацию. На Западе там проще, потому что они просто вот по имени называют и все. Хотя у них там тоже есть варианты, ну, так уменьшительно-ласкательного, да. Нет, просто вот говорят там, Штефан, вот, там, Норберт, ну и так далее. Так вот этот Бюшер, я по директору говорю, вот. Но они тоже разные директора бывают, начальники. Я вот в этом институте, ну, трех уже директоров, да, вот двух директоров теоретиков, да, да. И вот этого, да, и двух экспериментаторов, правильно, двух экспериментаторов, старого и нового. Ну, старый-то немножко, на мой взгляд, лучше был, там, Финк такой был, западный немец. А это тоже западный немец, Бюшнер, Бернт Бюшнер. Ну, вот он, немножко человек, который стал директором института, он как бы считает, что он теперь как бы знает все, вот он вместе на последнюю станцию, вот, последнее слово за ним и так далее. Вот. И, честно говоря, мне было очень неудобно сидеть вот в этом коллективе, вот, потому что ну, я-то вижу, что он, честно говоря, не понимает вообще на самом деле реально ничего. А Виктор делал. Но самое интересное то, что немцы, вот они все-таки законопослушный народ, немцы как школьники. Да, вот так вот сидят. Вот. У нас в академии такое может быть. В ВУЗе тоже может быть, только не у нас. Особенно наши кафедры. То есть это в принципе невозможно, потому что у нас вот как шло, знаете, как традиция складывается на кафедре. Я вот сейчас заведующий кафедрой, ну, вот эту ситуацию представить не могу, чтобы я сидел как начальник. Нет, ну мы там ну, ругаемся между собой, так далее, да, да, все. Ну, я имею в виду семинар. Вот. Но это было точно так же для меня. Заведующий кафедрой был, потом до него был. Я еще помню аспиранта, вот, у нас был заведующий кафедрой Бертович Иван Алексеевич. Ну, естественно, к нему никто не относился как к такому начальнику. Он там, он никогда не требовал, а просил. В крайнем случае просил. Тем более, видите как, молодые они такие нахалы. Я и по себе тоже говорю. Человек тебя просит, ну, сделай какую-то бумажку, а ты смотришь. Да бумажка это ни к чему вообще. Она не нужна там выше. Его. Ты не делаешь. Раз попросили, два попросили. На третий раз мы смотрим, не только меня касается. Мы смотрим, наш бедный Антон Алексеевич сам пишет эту бумажку за нас и посылает. Потом у нас сменился заведующий кафедрой, стал Владимир Иванович Черепанов. Он с кафедры вот, компьютер, ну, бывший кафедр. Раньше была кафедра оптики, он пришел к нам. А там вообще была более такой вот упорядоченная кафедра. Вот такая. Там такие законопослушные ребята работали чаще всего. И сейчас работают. Вот. И он нам тоже сам говорит, ну, такому-то там какие-то данные представил. Ну, мы-то знаем, что эти данные никому не нужны. Но мы их так. Владимир Иванович, раз, два, кто смотрим, все. Научился. Он сам пишет. За нас. Ну, я уже совершенно опытный человек, так, ну, сверх бумага приходит, вот. Вот сейчас мне ее транслируют из еще большего начальника, я ее транслирую на кафедру. Вот. Некоторые бумаги, я знаю, что они совершенно не нужны. Более того, знаете, вот бумага приходит сейчас, это вот, между прочим, характеризует вот, для вас. Характеризует сегодняшний, так сказать, статус, вообще сегодняшнее положение университета. Вот вчера приходит бумага. В мейле адрес обозначен, ну не адрес, а как-то имя, да, вот такой, Самчик. БРС. Да, БРС обозначен. Говорю, что такое БРС? Ну, сейчас подскрываю. О, смотрю, значит, там 10 мегабайт приложения. Ну, раскрываю приложение. Интересно, вот, обратите внимание, стиль современный. Ну, 10 мегабайт PDF-файл. Каким должен быть PDF-файл, чтобы 10 мегабайт было? Можете догадаться? Картинки много? Не, он просто сканированный. Он уже... Да, не знаю. Читать еще не удобно. Это сканированный документ. Ты начинаешь думать.
ты ж какой же придурок. В 12-м году. Вот что? Да, вот что вообще, вот как он документы готовил, на машинке, что ли, вообще? Ой, придурок, действительно. Потом смотришь, фамилия придурка прямо написана. До первой страничке. Дальше еще идет там к нему, его друзей вот такой вагон целый. Вот. Но самые умные среди его друзей обязательно против своей фамилии пишут дату. Кстати, их научил это, вот они недавно стали писать дату. Сейчас вы догадаетесь, почему. Ну ладно. Приказ, так быстро читаешь. На первой страничке написано. 15 октября. Сегодня какой у нас? 19. 15 октября всем кафедрам представить какие-то карты технологические. Я еще даже. Ну я же все знаю уже. Если я получаю 17-го, так, вечером, поздний вечер, он считает 18-го. Бумагу, где написано, к 15-му представить. Это значит, я не буду представлять ничего вообще. Ну зачем я буду представлять, если 15-му я уже не представлю. Все, я прочитал эту бумагу. Ну просто дело в том, что можно смотреть комедию. Ну где же по телевизору сразу в этот момент и комедию интересную. Поэтому лучше документы почитать. Все, эмоций хватит. Вот. Потому что это документ длинный такой. Про то, как вас надо будет на вашей рейтинговой системе натаскивать сейчас так. А заканчивать, знаете чем? Вы никогда не догадаетесь. Я в том, что сейчас в каждом документе обязательно должен быть, есть такой у нас ГОСТ. В начале либо в конце документа, ну тут не начало, потому что начало приказ идет большого нашего начальника. А значит в конце идет список сокращений. Список сокращений удивительный. Вот лет чтения такое. Например, там прошу прочерку БРС, ну, память рейтинговая система, оказалось. Там, например, сокращение УРФУ прошифровано. Что такое? Вы знаете, что такое УРФУ? Это ГАО ВПО? Да, УРФУ. Нет, там даже ГАО ВПО нет, а просто УРФУ. Там расшифровано УРФУ, это Уральский федеральный университет. Как бы не знал вообще из этого документа. Дальше, там, например, написано, что такое студент. Там написано, что это обучение вообще. Я так прочитал и понял, что я вот 40 лет в УЗИ работаю, так, я не знаю, что это обучение. Более того, я и прочитав, я и не понял вообще, чем мы занимаемся. Что такие слова, что каждый еще надо расшифровывать. Ну вот это хохма такая. Самое интересное, все документы приходят задним числом, что ли. Приходит документ сегодня, вчера надо было этот документ представить. Ну, какие бумаги. Поэтому самые умные среди вот этого друзей, так, они стали писать дату, когда они-то получили эту бумагу. Потому что иначе, так сказать, вот начинаются. Ну, вдруг, а вдруг кто-то, правда, на самом деле, самое интересное, как у нас в России говорят, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Ну, то есть на эту бумагу я почти уверен, никто не прореагировал. Ну, так и начальники-то и не рассчитывали. Они просто посылают эту бумагу, так. Все, выполнили свою работу. Вот. И их может только приспичить чего? Вот 29 октября, говорят, будет комиссия по аттестации вуза нашего. Ну, я не знаю, вы его слышали, наверное, 20-му, уже к 20-му. Нет. Ну все, 29-му, но это на этой неделе следующее. Значит, нужно будет все долги ликвидировать, иначе просто очистят. То есть почистят все. Значит, по электродинамике будет комиссия, вот я сейчас только Александр Сергеевич Овчинников сказал, что он назначил дату, в день следующий не будет месяца, вот так, имейте в виду. Вот. Все, вернее, на следующей неделе все почистят, значит, так. То есть вот если такие вот комиссии прибегают, вот они немножко начинают суетиться там, чего-то там, так далее. Это вот начальники. Вам еще жить долго с начальниками, так, работать, все равно под начальником. Каким-то работать придется. Вот, имейте в виду. Так, ну ладно. У нас 2 минуты осталось, идем дальше. Итак, взаимодействие с Волошинского моря. Очень популярное взаимодействие. Вот уже лет 50. Дело в том, что работа с Волошинского 57-го года. Она появилась в 57-м году. Работа с Волошинского, в которой он объяснял на самом деле появление так называемого слабого ферромагнетизма. Сейчас пару слов об этом скажу. Записал это взаимодействие. Что-то взаимодействие так записывается. Опять же, для пары, спинов для пары, йонов, скажем, магнитных, да, D,
1, 2. Скалярно на векторное произведение S1 на S2. Прыжки. Видите, необычный такой, необычный спиновый оператор. Ясно, что независимо от знака, D, минимум энергии у вас будет при S1 и S2 перпендикулярны друг другу. То есть это взаимодействие как бы стабилизирует такую ортогональную спиновую конфигурацию. Вот что-то похожее вот на это, да? Вот. Но обратите внимание, что это-то вот изотропное взаимодействие, а это взаимодействие, конечно, сильно изотропное. Почему? Потому что это взаимодействие стабилизирует ортогональную конфигурацию из S1 и S2 в плоскости перпендикулярной вектору D, естественно. Да, в плоскости перпендикулярной вектору D. То есть это не просто ортогональная конфигурация, любая, как бы, да, вот она так могла бы поворачиваться как угодно, если мы посмотрим на эквадратичное взаимодействие. Нет. Только в плоскости перпендикулярной вектору D. Вектор D носит название вектора Дзелашинского. А микроскопическую природу вот этого взаимодействия, и на самом деле, да и форму-то вот эту, так, на самом деле, Мария в 61-м году изложил. Он, собственно, и теорию микроскопическую изложил в работе 61-го года физикологии. Знаменитая работа. А вот работа Дзелашинского 57-го года, это одна из самых... И самых цитируемых вообще работ, ну, по крайней мере, из советских авторов, наверное, самая цитируемая работа вообще за все годы. Ну и сегодня, если вы возьмете любой журнал, который физически откроете, и в поиске наберите Дзелашинский. Ну, правда, Дзелашинский пишут, вот я его пишу, привык, но не пишу на самом деле неправильно. Вот сам Дзелашинский в работе 57-го года, а она еще на самом деле, это работа в Жетве, но Жетв у нас... журнал, кстати, не единственный, он переводится на английский язык, причем давно еще в советские времена переводился на английский язык. И за публикации в Жетве вообще до сих пор платят деньги еще. Нам, не мы платим деньги. Вот, а нам платят деньги. Понял, да? Я думаю, что на самом деле большинство хороших журналов, не только физических, да, на самом деле платные журналы. То есть для того, чтобы там опубликовать статью, нужно заплатить. Чем иногда сумма приличная. Вот. Ну, Физреф, Physical Review и Physical Review Letters довольно давно пошли на то, чтобы ну, как-то помочь советским физикам. Пошли на то, чтобы советским физикам, в общем-то, бесплатно. Но они сегодня бесплатны. Не требуются у нас платы. Правда, при одном условии. Если статья будет послана к ним в виде, готовом для типографии. Ну, то есть, в техе. Вот поэтому вы с техами знакомитесь еще, кстати. Вот. Вот в этом случае они денег не берут. Единственное, за что они по-прежнему берут деньги, это за цветные рисунки. То есть, если вы хотите, чтобы ваш рисунок появился в журнале в цвете, да, вы все платите деньги. Причем большие, там, один рисунок, грубо говоря, $1000. Вы можете прикинуть, $1000. Там тираж какой. Тираж какой. Журнала? Да я не знаю, дело в том, что сегодня, видите, никто эти журналы не читает практически. Они все в электронном варианте есть. То есть, если вот наша библиотека подписана, скажем, на физреф, моя простая. Поэтому вы через сайт университета нашего, да, можете читать электронный вариант. Причем в электронном варианте рисунок-то цветным будет. Бесплатно. Вот только в печатном варианте, то есть в корочках, да, он будет серым, черно-белым. А так, значит, вот если вы хотите в цвете, сейчас многие идут на это. Почему? Потому что, видите, сейчас возможности цвета, они очень большие. Так, вы можете, вообще говоря, большую информацию передать, скажем, используя цвет просто. Так, вот. Ну, знаете, как там, скажем, рисуют. Распределение до синуса, например, спектр, да, например, от красного, синего там, цвета. Рядом еще такой рисует столбик с указанием цвет интенсивность, цвет интенсивности. Ну а, скажем, масса журналов высокорейтинговых, например, биологических журналов, все требуют деньги заплатить. Это похоже на проходимцев в России.
потому что в России очень много проходимцев, которые сами организуют издание журнала. Причем некоторые журналы называются примерно так, ну так, в вольном переводе. Все обо всем. То есть там есть юридические науки, медицинские, там все что угодно. Более того, самые отъявленные проходимцы эти издания оформляют через ВАК, то есть делают их официальными изданиями. Это означает, что издание статьи в этом журнале фактически будет вам зачитываться при защите диссертации. Вот. Ну и более того, эти мошенники, они, значит, все время пропагандируют свои издания. То есть я за неделю пару мейлов таких обычно получаю с просьбой, вот, давайте, посылайте статьи, помощь и так далее. И там только потом, когда на сайт заходишь, я специально заходил, на сайт заходишь, выясняешь, а за каждую страничку нужно платить деньги, но зато они обеспечивают быстрое совершенно печатание. То есть так, там сроки примерно так, 2 недели, все, будет опубликовано. Ну, это шарлатаны просто. Причем, ну я даже для интереса смотрел, что за работу это там публикуется. Ну там в основном, правда, медики, например, очень, даже гуманитары, физиков мало очень, но тем не менее есть. Вот, ну, статьи типа, например, такого, вот, ну, какая-нибудь медицинская, например, вот, там, ну, что-нибудь о характере распространения какой-нибудь инфекции, там, в Энском уезде, в Энской губернии, там, ну, какая-нибудь там медицинская, ну, и так далее. Ну, то есть, ни о чем просто статьи там. Причем были ведь такие хохмы, когда кто-то из значит, таких вот насмешников посылали туда статью просто билибердой. То есть брали через компьютер, просто система разбрасывала слова, пугалась вот так. Но программа была непростая, не то, что там билиберда. То есть читалось это как будто так наукообразно все. Ну, это означало, что надо не слова разбрасывать, а какие-то фразы, которые все-таки сами по себе вот отдельно, да, чтобы они были разумными. Вот. Ну и вот был скандал такой, через интернет, по крайней мере, широко так освещался. Значит, все, статью приняли, да, там плата не очень большая. Вот. Но тем не менее, видимо, этих шарлатанов что-то на этом зарабатывают. Ну вот наши журналы, ЖЭФ, письма ЖЭФ, физика твердого материала, это вот основные, так сказать, такие журналы для сообщества, которое занимается физикой конденсированного состояния. Эти журналы очень давно переводятся на английский язык. Ну и из-за этого фактически нам, то издательство, которое переводит, оно нам платит. И раньше это вообще была такая, я бы сказал, доходная статья определенная, потому что это платили в долларах. То есть статья, я могу примерно вам сказать, статья страниц, скажем, 15-20, ну, большая статья, стоила порядка, скажем, до 1000 долларов. Всяк себе по старым временам, где-то лет 20-30-40 назад. Правда, в долларах вам никто не платил, а приходили из издательства приходили чеки, по которым можно было здесь, у нас, по крайней мере, в Екатеринбурге, там пассажи, старый пассаж, который разрушили сейчас. Там на 4-м этаже был магазин, и можно было купить какие-то шмотки, там чего-то, на эти чеки. Нет, ну я помню, я получал, это был такой очень, ну, врачи ничего особенного не купишь, нигде даже все деньги есть. Вот. Но это до сих пор, кстати, идет. Вот. Хотя этот журнал сегодня принадлежит уже не российскому издательству. Все наши журналы, ведущие сегодня, на самом деле, они принадлежат уже издательствам западным. Вот Шпрингер есть, да, ШАПС, American Physical Society, вот и так далее. То есть, на самом деле, это не наш журнал. Хотя мы посылаем туда статьи на русском языке, можно на английском, кстати. Это означает, что при переводе там деньги меньше будут затрачивать. Ну и кроме того, это будет означать, что эти журналы и статьи будут читать двояко. И в русской версии этого журнала, да, и в английском версии журнала. Это удобно. Я, например, пользуюсь этим, посылаю всегда на английском языке. По крайней мере, кто-то, аудитория, которая будет читать, значительно расширяется. Давайте приблизительно. Привет!
приводит к двум эффектам, самым важным. Ну, во-первых, смотрите. Вы не написали, как его пишут, о чем? Вот Зиалошинский. И вот так вот он сам себе в первых статьях переведет, да? Хотя я говорю, что я как-то начал его писать, ну, как бы по-английски так вот, Зиалошинский, а в конце S-K-Y. Вот, ну, это тоже проходит. И либо так пишут. Ну, а море, вот это однозначно. Ну, мы его так между собой иногда Марии называем. Ну, там море, не знаю. Очень известный японский физик, очень известный теоретик. Значит, ортогональная конфигурация спинов минимизирует вот это взаимодействие. Ортогональная конфигурация спинов. Ясно, что если это взаимодействие работает вместе вот с гейзенбергским обменом, это коллинеарно стабилизирует тот ортогональный. Что в результате получается? В результате получается, что стабилизируется некая неколлинеарная конфигурация. Неколлинеарная конфигурация. Ну вот я приведу наиболее популярный пример такой конфигурации. Это возьмем антиферромагниты гейзенбергский обмен. И вот я пару спинов нарисую. Ну и с одной точки изображу. Вот S1, скажем, S2. Значит, при положительном знаке обменного интеграла минимизируется вот такая 180-градусная как бы конфигурация, антиферромагнитная. Вот теперь включите взаимодействие Зиалошинского. Но для него-то выгодно, чтобы эти спины были, значит, под 90 градусов. Ну, если это взаимодействие конкурирует с гейзенбергским обменом, и если D1,2 к I 1,2 много меньше единицы, а обычно это величина порядка 10 минус 2. Обычная, опять же, стандартная такая, типичная величина. К чему это приводит? А просто приводит к тому, что вот мы имеем дело с неким разворотом спина. Кентингом, по-английски кентинг. Кентинг. То есть вот спины так вот развернутся. И в результате вы получите вот такую кентит. То есть, так, по-русски, как же говорят, по-русски. По-английски. Скошенную конфигурацию вы получите. Вот этот угол будет отличен от 180 градусов. Ясно, что величина этого угла, или вот этого величина кентинга, вот этот угол можно назвать кентингом, эта величина будет определяться вот этим отношением. Понятно, что угол альфа, или точнее говоря, синус вот этого угла скоса, синус альфа будет пропорционально D к I. Ну и во многих соединениях, где работает как раз вот взаимодействие Зиалошинского на фоне антиферромагнитного гейзенберговского взаимодействия. Этот эффект сводится к скашиванию антиферромагнитных моментов и появлению в результате суммарного, видите, у вас появится суммарный магнитный момент в результате. И фактически этот материал станет, ну, при малом этом угле, слабым ферромагнетиком. Так и говорят, weak ferromagnet, weak ferromagnetism, слабый ферромагнетизм. С FME, вот это тоже стандартное обозначение, по-русски я начал, с FME, ну или по-английски weak ferromagnetism. Weak ferromagnetism. Примеров таких соединений очень много таких соединений, это среди ферритов много, это ортоферриты, это гематит, скажем так, вот, это там карбонаты и так далее, и так далее. Это, по крайней мере, таких соединений сегодня можно уже сотню насчитать. Это раз, к скосу подрешен. Возможен второй эффект. Это появление спиральной структуры. Появление спиральной структуры. Есть вот такие системы, сейчас очень популярные, типа марганец-силициум, в которых это же взаимодействие работает, но оно приводит не к скашиванию моментов подрешеток, а к появлению спиральной структуры. Ну, на самом деле спиральная структура, представьте себе, что у вас два спина, только они, видите, вот здесь у меня ориентированы изначально без Зиалошинского антиферромагнита, а представьте себе, что они ферромагнитно ориентированы, да, изначально. К чему тогда приведет это взаимодействие? Ну, к какому-то развороту их небольшому, да. Причем интересно, что этот разворот на паре, на следующей паре еще разворот, еще разворот, еще разворот, и вы в результате получите такую спиральную структуру. Спиральную структуру. Вот типичный пример соединения со спиральной структурой. Сейчас эти спиральные структуры очень активно исследуются
Вот, знаете, я слежу за этими исследованиями. Дело в том, что в этих исследованиях ведущими является группа, это экспериментаторы-нейтронщики из Питера. Раньше он был ЛИЯФ, Ленинградский институт ядерной физики, сейчас это ПИЯФ, Петербургский институт ядерной физики. Вот. Я за ними слежу постоянно, почему? Потому что в этой группе, ну я знаю этих групп, и более того, с ними общался, в общем-то, немало. В этой группе есть мой однофамилец, Женя Москвин, и я за ним постоянно слежу, почему? Потому что, когда смотришь свои статьи в Физреве, включил поиск Москвин, ну и высвечивается мои статьи и статьи, где вот этот Женя. Я каждый раз смотрю, ага, у Жени опять статья появилась. Вот. Очень интересная система, очень популярная сегодня, такие модные, я бы сказал, сегодня. Потому что вот эти спиральные структуры, ну представьте себе, да, спираль слева направо, справа налево закручена, то есть разный знак киральности, Спиральные структуры, они еще образуют, это как бы изначальная такая базовая просто спираль, но на самом деле образуются какие сложные конфигурации спиралевидного типа и так далее. Очень интересный эффект, очень интересная система, а все связано с этим взаимодействием Золошинского. Повторяю, что вот это взаимодействие два дают эффекта, либо слабый ферромагнетизм в системе, которая в основе своей антиферромагнетикой практически является, либо вот спиральная структура. Ну вот на этом, пожалуй, я с анализом спин-гамильтонианов закончу. Ну а теперь давайте посмотрим, к чему приводят все спиновые гамильтонианы. Вот для этого нам нужно уже рассмотреть, конечно, решетку. Вот. То есть следующий вопрос, который мы рассмотрим, это магнитные структуры. Магнитные структуры. То есть я начну с пары. Ну, просто два слова скажу. То есть мы выше и говорили все время про пару. В паре, ну, либо у вас спины ферро, либо антиферромагниты выстраиваются, если мы говорим о Гейзенберге. Вот. Если я теперь вместо пары имею более сложную систему, то, конечно, кроме простых ферро- и антиферромагнитных структур, даже при Гейзенберговском, при одном Гейзенберговском взаимодействии, число вообще реализации возможных, число возможных магнитных структур может быть очень большим. Ну вот давайте я все-таки запишу некий гамильтониан уже решетки магнитной, то есть магнитного кристалла. Вот обобщение, да? H сумма по M и N, узлы решетки. Ну иногда пишут так, N больше N, чтобы не учитывать взаимодействие двух ионов дважды. Дальше IMN, IMN, SN на SN. Вот как просто запишется этот гейзенбергский обмен на решетке уже, да? Ну, я пока не буду, то есть в принципе так же обобщаются все остальные. То есть я просто суммирую вместо пары, суммирую по решетке и все. Если у вас рассматривается взаимодействие ближайших соседей, это можно здесь как-то учесть. Ну, как, кстати, в этом случае обычно поступает, если рассматривается только взаимодействие ближайших соседей. Вот этот гамильтониан может выглядеть немножко по-иному. Смотрите как. Вы можете вытащить обменный интеграл для ближайших соседей за знак скобки и записать вот это дело следующим образом. Я приведу пример, самый простой, для линейной цепочки, для такого одномерного кристалла. Кстати, сегодня одномерный кристалл – это очень популярная система среди магнитчиков, ну и среди теоретиков, тем более. Как записать этот гамильтониан, если учитывается только взаимодействие ближайших соседей? Я обозначу это. Интеграл И. Тогда H можно записать так. И сумма по N SN на SN плюс 1. Ну или минус 1, пожалуйста. Вот видите, такая форма записи. Ну, вы автоматически здесь видите, учитывается только ближайший сосед. Ну, если вы учитываете взаимодействие первых и вторых, скажем, соседей, тогда вы должны написать, скажем, и 1, и 2. Так. Ну и аналогично, что вы добавляете сюда, здесь пишете И1, здесь пишете плюс И2, сумма по N, SN, SN плюс 2. Ну, вот так примерно. Ну, удобно,
некоторых случаях. И вот вопрос о магнитных структурах. Этот вопрос разбивает, ну, он сложный, конечно. Что это означает вообще? Для теоретика это означает задачу поиска основного состояния, прежде всего основного состояния, которое соответствует нашему гамильтонианству. То есть той спиновой конфигурации, которая соответствует основному состоянию, минимальной энергии значит. Раз. Это одна часть как бы задачи для теоретика, поиск основного состояния. Ну, часто говорят, магнитные структуры соответствуют основному состоянию, или просто магнитные структуры. Но знаете, тут вообще говоря, вопрос, который вот комментарий требует. Дело в том, что иногда основному состоянию не соответствует никакой магнитной структуре. Никакой магнитной структуры. И поэтому говорить о магнитной структуре основного состояния, ну это опять же, видите, как это такой магнитный язык. Это вот привычно для магнитчика-экспериментатора. У теоретиков бывают проблемы. Вот я сейчас поясню, в чем суть. Вот смотрите, если у вас, ну возьмите, скажем, на этом примере. Если у вас, только ближайшие соседи рассмотрим, если у вас И, скажем, отрицательный, да? Значит, в этом случае минимум энергии при параллельной ориентации соседних спинов. Ну и тогда основное состояние будет соответствовать какой магнитной структуре? Ферромагнитной структуре. Видите, все просто. Вот это вот, отсюда и появляется вот эта вот связь основное состояние и магнитной структуры им соответствующей. Но возьмем случай антиферромагнетизм. Давайте. Пусть теперь И, значит, я Е2 выбрасываю, И один лучок. Ну или просто И. Пусть будет положительным. Ну тогда минимум энергии соответствует антиферромагнитной ориентации. Это слишком просто будет. Более того, в случае антиферромагнитного знака обменного интеграла мы вообще говоря попадаем в некую область знания в широком смысле, которая является горячей точкой до сих пор. Дело в том, что проблема основного состояния антиферромагнетика, так эту проблему обозначает, проблема до сих пор не решена. Я сейчас поясню почему. Дело в том, что ферромагнитная структура, видите, я ее рисую. Чему она соответствует? Она соответствует тому, что в каждом узле, то есть каждый спин, имеет совершенно известное значение Z-проекции. Z-проекция. Правильно? То есть если я буду считать SZ средний, да? Ну вот оно здесь будет, ну если вот все вверх направлено, скажем, плюс 1 вторая, да, вот так вот, при спине 1 вторая. Ну или в общем случае будет это плюс S. Все, и для ферромагнетика можете проверять, это будет основное состояние. То есть энергия минимальная в этом случае будет железная. То есть это ферромагнитная структура соответствует основному состоянию. И для теоретиков, для экспериментаторов вопросов нет. Ну хорошо, теперь давайте возьмем антиферромагнитный знак. И давайте я нарисую то, что ждет в этом случае магнитчик. Оп, 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 ну и так далее, да? Вот что он нарисует. И магнитчик-экспериментатор, нормальный такой, типичный, для него проблем не существует. Никаких. Тем более это все обосновывается тем, что действительно при положительном знаке минимум энергии в паре, это вот, вот такая ориентация. Он забывает одну маленькую, но чрезвычайно важную деталь. Дело в том, что есть два состояния, минимизирующие в этом случае энергию на паре. Это вот, вот я их вам нарисую, это вот такое состояние, да, и вот такое состояние. А какое из них реализуется на паре? Почему здесь я выбрал, видите, вот этой пары, почему я выбрал вот эту вот ориентацию, а не наоборот? Ну, вы скажете, как наоборот? Если наоборот вы выберете, тогда вот здесь спин пойдет в эту сторону, да, ну вот это взаимодействие, это невыгодно этому взаимодействию. Вы как бы меня быстро отобьете мои сомнения, все, разобьете, пух и прах. Нет, не соглашусь, все равно не соглашусь. Дело в том, что в случае антиферромагнетика, понимаем в таком классическом как бы смысле, вот здесь нарисовано, мы имеем дело с так называемым нейлерским состоянием. Вот то, что здесь изображено,
называем нейлевским состоянием. Антиферромагнетика. Нейлевское состояние. В этом состоянии у вас точно задана проекция. Я теперь как теоретик подхожу к нейлевскому состоянию. Точно задано значение проекции на узле. Это будет либо плюс, либо минус S. Да? Ну, плюс, или плюс или минус S. Так вот, на самом деле, нейлевское состояние, теперь я как теоретик рассуждаю, нейлевское состояние не является основным состоянием для данного гамильтониана. Не является. Это легко понять вот из каких соображений. Возьмем пару просто. Вот эту пару. И мы с вами ведь на квантовой механике недаром решали задачки, простые задачки с этим гамильтонианом. Я напомню просто, как мы его рассматривали. Значит, и S1, и S2 мы переписывали в виде и пополам. Дальше S в квадрате, минус S1 в квадрате, минус S2 в квадрате. Вот так. То есть переходили к полному спину пары, да? Вот он, полный спин пары. Здесь S, значит S1 плюс S2. Ну а дальше находили собственные значения, ну, чтобы найти значение энергии. И значение энергии, я их обозначу E обменное. Оно, естественно, от значения полного спина зависело. Ну, собственное значение, надо просто взять все эти операторы, заменить на собственное значение. Будет И пополам. Дальше S на S плюс 1. И минус. Вот этот константа будет, потому что спин S1, S2. Для нас констант. S1 на S1 плюс 1. Минус S2 на S2 плюс 1. Ну давайте я рассмотрю для определенности. Я рассмотрю случай спина 1, 2, самый простой. Значит, 3 четверти, еще 3 четверти, 3 вторых. Ну и S либо 0, либо 1, да? Ну мы с вами это уже проделали, я просто напоминаю. Итак, что мы получим в результате? Два собственных значения. S единица. Это аналог ферромагнитного состояния. Чему равномерно? Значит, здесь будет 1 на 2, 2, 2 минус 3 вторых, 1 вторая. И на 4. Это, кстати, то же самое величина, которую мы бы получили, если бы просто взяли классические методы. Два спина, да, по 1 второй. 1 вторая на 1 вторая. Ну, максимально через скорее. 1 четвертая. И на 4 получили. И на 4. Итак, это и на 4 в случае ферм. Нет, я начинаю пишу так. Если спин единица, то она, вот лучше правильнее говорить, аналог ферромагнитного состояния. Кстати, при этом видите, что у вас проекция полного спина, спин единица, три значения принимает. Оба спина вверх, оба спина вниз, это проекция, соответственно, плюс-минус один. И еще вариант, вот это очень важно. Магнитчик, обычный типичный магнитчик, при этом как-то смутится сразу. Еще один вариант, ведь при полной спине, проекция спины и ноль еще может быть. Это зачем вот такое состояние? Ну, правда, какое-то такое или такое? Ну, мы это в карту механики можем записать, это состояние. Это будет комбинация вот этих двух. Комбинация. Энергия. Теперь я беру спин ноль. Это аналог, всего лишь аналог, а не ферромагнитное состояние. Ноль минус три вторых. Минус 3 вторых, минус 3 четвертых и минус 3 и на 4. В случае, если полный спин 0. Но дело в том, что эта величина катастрофически отличается от значения минус и на 4, которое я получу в случае классического рассмотрения. Правильно? Классика. Классика это мне даст. S1, S2 по одной, второй, в разные стороны я направлю, минус 1 четвертый, минус 1 четвертый. А квантовая механика минус 3. Что это означает? Это означает, что это состояние с полным спином 0. Это, во-первых, комбинация нейлевских состояний. Комбинация. Ну, кстати, при спине единицы такая же комбинация, ну, вернее, не такая же, а она знаком отличается. Вот эти два состояния, эти двух комбинаций, в этой суперпозиции они с плюсом и с минусом, соответственно, входит. То есть это всего лишь аналог антиферромагнитного состояния. И отсюда видно, что это квантовый аналог, у которого энергия в три раза больше, меньше в ней,
чем у классического нейлевского состояния. Чем у классического нейлевского состояния. В три раза меньше. Что это означает? Так это означает, что тогда этим двум спинам выгоднее в паре организовать не нейлевское состояние, а состояние за спинным ноль, синглет. Да? Ну, то есть вот этой паре выгоднее организовать не такое состояние, а состояние со спинным ноль. Я выигрыш в энергии получаю. Ну, правда, вы сразу скажете, что это состояние состоит вот из этого и с обращенными спинами. Второго. А тот-то невыгодный из-за того, что здесь вот ферромагнитный обмен соседом вступит. Ну, тогда, может быть, так сделать. Тогда и на соседе тоже надо организовать состояние со спинным ноль. Здесь синглет, здесь это синглет. Ну, правда, тогда еще надо смотреть взаимодействие этих синглетов. Где-то мы, может быть, проиграем. Вот. Но вы поняли, что на самом деле задача усложняется очень сильно. По дороге, пытаясь решить как бы эту задачу, мы встречаемся с понятием синглетного чисто состояния. Вот такое состояние называют димером. Ну, димер. Вот он пример димера, да, пара всего лишь. Вот. Синглетное димерное состояние. То есть я беру в решетке магнита, выделяю пару. Ну, по спине одна, вторая. У этой пары два состояния есть. Это пара димер. У нее есть два состояния. Синглетное и триплетное. Вот. Так вот, возможно, что в том, что мы называем антиферромагнетиком, будет реализоваться не чисто нейлевское состояние, а уж точно не чисто, это точно известно. А какая-то комбинация вот из таких вот синглетов. Вот, из таких синглетов. Правда, реально, вот и сейчас это уже известно, на самом деле ситуация сложнее. Вот смотрите, как, в чем она сложнее. Я вот взял, образовал здесь синглет, ну и дальше синглет и пошел организовывать. У вас вопрос сразу возникает, а почему я вот так вот не могу синглет организовать? Вот так синглет, да, вот так синглет, вот так синглет. Конечно, можете, пожалуйста, можете. Более того, синглеты можно организовать еще хитрее. Вот возьмите здесь, например, триплет, здесь триплет, но между собой свяжите их в синглетное состояние. Дело-то вот в чем. Любой теоретик понимает, что если основное состояние вашего вообще магнитика в целом будет соответствовать, например, спину ноль, полному спину ноль, ой, правда, здесь вопросы возникают. Раз, два, три, четыре, пять спинок, да? Ну, на пяти спинах вы полный спин ноль никогда не сделаете, да? Нечетное число спинов, как вы полный спин ноль организуете? Никак. Если четное число спинов, можно полный спин ноль организовать. Почему я об этом говорю? А дело в общем, дело в том, что любой теоретик, он, конечно, не может жить без задачу идеально решить. Бесконечное число спинок, да? Сегодня, на самом деле, все подобные задачи решаются численно. Поэтому он вынужден брать конечные цепочки. Так вот, когда вы выбираете конечные цепочки и пытаетесь рассчитать основное состояние, спектр энергии и так далее, вы соображаете, сколько надо спинов взять цепочки, четное или нечетное число. В случае антиферромагнетика, конечно, надо брать четное число. Это раз. Во-вторых, граничные условия учитывать там, и так далее. То есть при расчете конкретно таком, да, то есть при моделировании антиферромагнетика, куча проблем еще возникает. И в случае антиферромагнетика очень непростые проблемы. Но тем не менее, теоретик каждый должен понимать, что если речь идет о неком состоянии с полным спином ноль, то на самом деле волновая функция этого состояния будет включать в себя суперпозицию, то есть реально будет суперпозиция всевозможных состояний системы с полным спином тем же самым, ноль. Ну, вот это, кстати, фактически результат такой стратегической, фундаментальной теоремы Вигнера из теории групп. Вот. Теорема Вигнера, один из вариантов ее изложения, гласит, что все состояния одинаковой симметрии в системе перемешиваются обязательно. Все состояния одинаковой симметрии обязательно перемешиваются. Вот. Поэтому, если у вас в системе, возможно, миллион состояний со спином ноль, значит, все они будут взаимодействовать. Поэтому нам обойтись вот такой тоже упрощенной картинкой, в которой мы наш антиферромагнетик теперь составляем из просто из димеров, тоже не пройдет. Видите?
Кроме того, здесь еще появляется дополнительная проблема. Вот одно состояние с димером, а вот другое состояние с димером. Понятно, что реальное основное состояние нашего так называемого антиферромагнетика будет уж как минимум комбинацией вот этих двух состояний. Видите как? Вот. Что это означает? Здесь что основное состояние будет состояние, в котором, вот, которое будет очень сильно отличаться от мейлевского раз, и в котором, конечно, среднее значение Z точное обозначение иметь не будет. Не будет. Более того, можно легко догадаться, что для теоретика, вот если он формально будет основное состояние антиферромагнетика считать при четком числе спинов в решетке, вот этого среднее на каждом узле вообще нулю будет равно. Просто будет равно нулю. Почему? Потому что ведь для димера вот этого у вас среднее значение 0. Почему? Потому что с одинаковым весом, в этом синглетном состоянии, вот эти оба представлены на эйбиске, с одинаковым весом, считайте среднее значение спина на узле, оно будет равно нулю. Поэтому теоретик, подходя к любому антиферромагнетику, сразу говорит, среднее значение спина будет равно нулю. Ну, магничью экспинтасу, какую еще ноль, вот нумерами, нейтроны, ядерный магнитный резонанс и так далее, там не ноль, в общем-то, а величина, которая довольно близка к вот этой S от среднего, плюс или минус S. Ну, теоретик в этом случае должен спросить, насколько близка? Насколько близка? Потому что он уверен, что там же ноль должен получиться. А экспериментатор говорит, нет, не ноль. А близко к плюс-минус S, это что тогда мейлевское состояние все-таки? Истина посередине, как всегда, находится. И в том, что в антиферромагнетике среднее значение, которое я из эксперимента получаю, да, среднее значение спина на узле, будет меньше, ну давайте я его по модулю напишу, да, меньше S. Типичная ситуация, например, при спине 1/2, да, магнитный момент какой должен быть? Два магнитона Бора на спине, значит, один магнитон Бора. Один магнитон Бора магнитный момент должен быть. Что реально? Это вот назовем нейлевское, да? Нейлевское значение. А что на эксперименте видят? Теперь мю экспериментальное. Это будет величина порядка, ну, скажем, 0,5 магнитона Бора. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, да, теоретик очень стих прав, потому что в идеале у него вообще 0 должен получиться. Но экспериментатор увидит 0,5, но теоретик должен объяснить, а почему тогда 0,5? Ну, на самом деле, объяснит. Что? Материал плохой. Да. Нет, если бы, нет, если бы, тоже прорыв, если бы это был единичный эксперимент. Нет, сегодня уже, я говорю, что история с антиферромагнетиками, она очень давно длится. И до сих пор не решена точно так. И мы... Просто сегодня огромное количество экспериментов. Это и нейтрон, это и ядерный магнитный резонанс, прежде всего. Так вот эти две методы, они дают информацию о магнитном моменте на узле. Вот. Мы сталкиваемся с явным понижением эффективного момента на узле по сравнению с его нейлевским значением, то есть максимальным. Вот. Но тем не менее это не ноль. Знаете, я вам буквально два слова, на этом мы сегодня закончим, скажу о том, почему так может быть, что теоретик говорит ноль, а экспериментатор видит не ноль. Давайте я вам простую ситуацию распишу. Представьте себе, что ваша система находится в таком двухъярном потенциале, в таком симметричном двухъярном потенциале. Справа стрелка вверх, слева стрелка вниз. Ну, то есть два состояния с разной ориентацией момента, ну или спинного момента, значит, магнитного момента, имеют одну и ту же энергию. Вот здесь, представьте себе, возникает вот эта вот проблема теоретик-экспериментатор. Вот я сейчас ее изображу. Идеально. Между прочим, она относится не только вот к нашему случаю, там, антиферромагнетику. Вот двухъярный потенциал, симметричный абсолютно. Вот в этой стрелочке, вернее, в этой яме, когда находится система, ну, спин ваш, значит, магнитный момент. Стрелка будет магнитная, положительная, в этой отрицательной. Вот давайте спросим, давайте я спрошу вас. Вы, как теоретики, мне отвечаете. Основное состояние, чему будет соответствовать в таком случае? Вот совершенно две эквивалентные ямы. Ну, я вам немножко помогу. Это будет означать, что у вас, видите, если
момент в этом состоянии в левом, значит, ну, это энергия какая-то, да? Если в правом, ну, точно та же энергия, явно это симметрично, энергия та же самая, значит, ваш уровень как бы двукратно выражен, вообще-то говоря, да? Двукратно выражен. То есть, как бы... Может, как в триггере случайно куда-нибудь попало туда и там окажется. А, это уже почти очень тепло. Но дело в чем. Дело в том, что теоретик должен сказать так. То, если ямы одинаковые, так, вот, значит, мы получим в результате линейную суперпозицию этих двух решений. Причем ямы, если одинаковые совершенно, мы получим суперпозицию вот такого вида пси, я напишу плюс-минус, две получим суперпозиции, потому что исходные функции две ортогональные получим суперпозиции. Равняется единица на корень из двух. Состояние стрелка вверх, плюс или минус, состояние стрелка вниз. Ну, я неправильно тут немножко нарисовал, давайте так вот сделаем. У нас ведь две ямы, да? Надо вот так вот нарисовать. Значит, либо в этой яме, значит, стрелка вверх, здесь 0, да? Вот так, плюс или минус. В левой яме нету, но зато слева, справа стрелка 0, вот так, точнее. Вот мы должны что? Две суперпозиции получить. Более того, если мы учитываем возможность туннелирования, ну а здесь, если барьер между ними, разделяющий их конечный, да, возможно туннелировать. Ну, другими словами, вот это состояние может перейти в это состояние. Перевернуться спин, значит, может. Ну, тогда у вас одно из этих состояний будет иметь большую энергию, другое меньшую. Вот так, оп, и у вас произойдет то, что называется туннельное расщепление на два уровня. Ну, скажем, плюс и минус. Но дело в том, что в том и в другом состоянии, видите, у вас среднее значение стрелки, ну, проекции 0. Видите здесь, оп, оп, среднее значение стрелки 0. То есть среднее значение магнитного момента у вас в этих состояниях плюс и минус равно 0 просто. То есть из двух нейлевских состояний, это нейлевские состояния, да, вы построили два состояния, в которых среднее значение проекции 0 равно. И теоретически скажут, так вот у вас в результате-то одно из них будет реализовываться. Ну, в зависимости вот от там, матричного элемента, который определяет это самое туннелирование. То есть матричный элемент, который связывает эти два состояния. Матричный элемент так будет выглядеть. Ну, какой-то гамильтониан, 0 вверх, здесь 0 вниз. Вот так. Все. То есть теоретически у вас будет реализоваться вот такая ситуация с полным, со средним моментом 0, и теоретик будет прав, а экспериментатор тоже будет прав. Он скажет, что, ну, на самом деле, система, если сядет сюда, так, то ей перебраться сюда очень тяжело, на самом-то деле. То есть теоретически возможно, а практически может быть нет. Почему? А почему? А потому что, вот, что, видите, вот, что значит сюда она попала? Дело в том, что у нее соседи в кристалле есть, да? Она попала в это состояние. И соседи так выстроились, что это состояние стало выгодным. То есть в результате за счет кооперативного такого эффекта, за счет того, что у вас теперь вы не индивидуалист, а вы член коллектива. И у вас в коллективе образуется состояние нейлевское, или близкое к нейлевскому, да, для которого есть аналог. Ну, представьте себе, все спины, все перевернули. Так? Это аналог. Так вот теоретики скажут, так вот, из этих двух аналогов вы должны линейную комбинацию сформировать, так? И вот тогда у вас опять средний спинный узел будет равен нулю. Он будет прав. Но попробуйте вот это состояние перевести в его аналог. Для этого нужен... вероятность такого процесса будет колоссально маленькая. Почему? Потому что вам нужно каждому узле спин перевернуть. И если для этого переворота, это эффект туннелирования, вероятность очень маленькая, то для того, чтобы перевернуть все спины, вероятность вообще будет нулевая. Но теоретически не нулевая. Но практически, конечно, ноль будет. Поэтому на самом-то деле мы имеем дело вот с этими состояниями, для которых есть аналог с той же самой энергией. Ну, просто повторяю, переверните все спины. Но вероятность перехода в него очень маленькая. Потом вы реально работаете на самом деле с состоянием в отдельной яме. Все. Но тем не менее, конечно, вот отголоски этого эффекта чисто квантового, да, они будут присутствовать у вас. В чем? А в том, что величина этого эффективного все-таки будет существенно меньше. Существенно меньше.
Ну и наконец, там все.